Итак, сегодня мы поговорим немного об ударе тайдзи, о том, что это такое. И в частности, джан, да, удар открытой ладонью. Мы стоим, делаем. Смотрим сюда, да? Турбулентность возникла. То есть, что произошло? Почему он отпрыгнул? Потому что движение было не в его руки, а туда глубже. Это раз. Во-вторых, это был нормальный гидродинамический удар. То есть, если этот удар наносится в область грудной клетки, он не, это удар не в поверхность. Это удар вглубь, волновой удар, стряхивающий, как бы стряхивает, да? Происходит фадзин, выброс. И выброс не сюда, не в поверхность, а внутрь. Там происходит тяжелая контузия с возможным спазмированием сердечной мышцы и остановкой. Вот, собственно, что происходит.